Певица Мадонна станет многодетной мамой. Американская поп-звезда подала заявку на усыновление еще двух детей из Малави. Такой опыт в семье Мадонны имеется. В 2006 году она усыновила в Малави мальчика Давида Банда, а в 2009 – девочку Мерси Джеймс. По данным агентства Associated Press, в среду певица появилась в суде в малавийской столице Лилонгве. Известно, что слушания по заявке поп-звезды состоятся уже через неделю. Помимо приемных, у Мадонны есть и свои дети, сын Рокко и дочь Лурдес. Также певица основала благотворительную организацию «Raising Malawi». Минувшей весной при помощи аукциона ей удалось собрать 7,5 миллионов долларов для помощи местным жителям.